утро, добрый день, добрый вечер. Это Дундрю назначает вам снова встречу. Третий альбом ищи на прилавках своего города или качай сети, да. Ну запиши на CD и в тачке включи. Позитив на час гаранти. С кем по пути, те на связи. Вас не грузи, быстрей вруби. Запомни этот взгляд, что прячет капюшон. Вали, кто пришел, кто пришел. Давай завидуй, кипи как чайник, что всех качает. И харьковчане. WhatsApp TV сегодня для вас приготовила супер подарок. Самый экстремальный подарок, который может быть. Сегодня мы дарим вам полет 10-минутный на самолете. Причем не просто на самолете, а на истребителе. Прямо сейчас будут летать в течение 10 минут, показывать нам пике. Пике? Что еще вы там мёртвую рассказывали, что вы петлю, умеете делать? Кобру. Кобру, ползущий уж. Я хотел бы, да? Как в 47-м, да. Помнишь? Живой хомячок. Да. Ребята, мне бы хотелось, чтобы вы обязательно показали в воздухе грязную шлюшку. Вот такой трюк я знаю, что вы умеете делать. Настоящий... Я вам выброшу грязную. Настоящие рэперы летают на самолетах, ребята. Бросайте свои дорогие тачки, потому что это уже не модно. Ну что ж, добро пожаловать на борт, Дундрю. СВО. Давайте, покажите, ребята, как вы умеете. Давай, там. Nothing, Jay. Just watching the game. Having a brew. What's up with you? Nothing. Watching TV, having a brew. True, true. What's up? Who's that? Yo, who's that? Yo! Yo, pick up the phone! Hello? What's up? What's up? Yo, where's Tony? Yo, Tony! Не подведи. Торпеды взял. Желаем удачи в полете, друзья. Я думаю, у вас все получится. Но вы не забывайте про грязную шлюшку, пожалуйста. Я вот тебе ее скину. Бомбей первую, второму. Закрываем, проверяем. Я позволил полетать ей в облаках. Она качает головой ритмично. Кидают на сцену записки, в них номера. Номера. И как мартышки любят только большой банан. Дев джойнт, Питер, мой клан. Статус растет, остановится. Рыбу, цветные бумажки, как они любят. Целая кипа. Лыбу, сучки вокруг меня уходят в отрыв. Ты знаешь, как меня зовут, я знаю, что ты хочешь. Пока я здесь наверху, ее разносит в клочья. Мы поднимаемся выше, мой микрофон еще включен. Она на коленях, закрывай дверь ключом. Словно пчелы на мед, из разных комнат выходит сучки на лед. С глазами, как у кобры, стеклянный столик. Виза, сердечко со стрелой, снег повсюду на земле. Дундрю, СВО, как первое впечатление от полета? Жаркая прогулочка получилась. Как харьковские рэперы отдыхают. Вот так. Все так. И только все так же. Ну что ж, тогда добро пожаловать на землю. Давайте выбирайтесь. И будем дальше отдыхать. WhatsApp TV. Что? Это СВО, это Дундрю. Что скажете по поводу полета? Какие ощущения? Неописуемые, так сказать. Я был обескуражен. Но у меня было описуемого немного. На заднем сиденье. На заднем сиденье. Ребята, ну вы показали класс, вы показали настоящий... Высший пилотаж. Да, ну не первый же год летаем. Да. Как бы да, есть опыт уже просто общения с техникой такого плана. Мы приглашаем вас, ребята, дальше хорошо провести время. Пойдем отдыхать. Пойдем, пойдем. Мои мысли летят выше крыш. Не для тех, кто слушает, а те, кто слышит. И не даст соврать мне мой город. Я не суперстар, я супер молод. Мои мысли летят выше крыш. Не для тех, кто слушает, а те, кто слышит.
поклонникам хип-хоп-индустрии. Надеюсь, меня слышно. Сегодня я самый скандальный, нескромный, к тому же экстремальный ведущий Тёма Бруклин вместе со своими братьями по хип-хоп-индустрии Дон Дрю и Сво. Испытываем себя на прочность на высоте 4000 метров. Ребята, мы уже взлетаем. Посмотрите, как это интересно.